Певні студенти. Наш средний пробег уже за 30. Но, как говорит Максим Галкин, в бабульках весь сок. Наша команда, как свингер-клуб, каждый раз в новом составе. Сегодня на сцене капитан Катюша, девушка по вызову снежных лавин. Распродажа в магазине спорттовары. Набор кантель «Пупок». Пупок, смотри, не надорвись. Никита, отличный танцор. Почему ты так решила? По нашему сексу. Натуральный блондин испортил в хоре блин. А за шумовые эффекты сегодня отвечает Василий. У Василия возник творческий конфликт с «Единой Россией» на музыкальной почве. Я наступил медведю на ухо. В детстве у Василия не было барабана, но он все равно стучал. Куда уходит детство? Куда ушло оно? Наверное, на хату, где люди все... Вася! Команда давно поставила на разуме Василия крест. Альтернативная косметика «Гудалин». «Гудалин» – косметика на черный день. Юмор нашей команды как секс престарелой гимнасткой. Казалось бы, чего можно ожидать? А она взяла и удивила. Годность кефира не поймешь без дат. В себе такой кефир не остановишь. Это Саша. В детстве мечтал стать ментом. А стал братком. Должности разные, а обязанности одни и те же. Саша отличный семьянин. Великолепно владеет утюгом и отбивает котлеты кастетом. Мясной магазин «Травма». Травма, пальчики оближешь. Новости Олимпиады. В общем зачете больше всего золота собрали румынские цыгане. Наташа, нонсенс нашей команды. Светлое пятно на фоне черного юмора. Наташа, в нашей команде по случаю. Случай был приятным. Наташа, новости есть? Ребята, у меня есть новости. Профсоюз прибалтийских невест протестует против вступления Украины в Евросоюз. Сайт знакомств «Педали». Крути педали, пока не дали. Татьяна, Таня, потомственный челябинский ветеринар-медиум. Стерилизует котов по фотографии. Ваш муж Кобель, клиника Happy Pet. Усыпи Кобеля. Идет солдат по малому на незнакомой улице. И, наконец, талисман нашей команды – теща. Именно после встречи с ней в ванной Архимед бежал по улице с криком «Эрика! Лучше Эрика!»
Я объявляю войну Широ! Да ты, я погляжу, его в плен взяла. Новости Олимпиады. На соревнованиях по биатлону золото взяла сборная Болгарии. Серебро досталось французам. А сборная Сомали взяла в сочинском порту сухогруз. Что ж, спасибо за это, Наташа. А теперь мы замочим ваш мозг в рассоле нашего юмора. Миниатюра «Дотошная теща». Пил? Да. Почему не скрываешь? На себя посмотри. Аргумент? Садись есть. А где стол? Соседям одолжила, у них сегодня пьянка. По какому поводу? Наш стол отмывают. Мама, а давайте я волосы сдам и шапку вам куплю. А зачем мне шапка? А чтоб вы без волос не мерзли. Не надо! Ты обещал сыну собаку купить. Зачем? У нас есть дедушка. Он малоподвижный. Ребенок с ним уже наигрался. У него был кот. И где он? У тебя был аппендикс. И где он? Лопнул. Ну и с котом похожая история. Шампунь – лошадиная сила. Шампунь для волос – лошадиная сила. Проверено на животных. Животные разные, но страдание у них одно. Усталые зверушки тут спят. Мы пожарили на гриле поросят. Обожгла свинья копытца адским пламенем дымится печку. Зато семеро вышли. Команда КВН не студенты. Мы найдем выход из любых ситуаций.